Ну, а теперь давайте поговорим на тему, которая интересна, надеюсь, не только мне, но и всем вам. Большую часть своей жизни я прожил в Советском Союзе. Мощное было государство. Единственное, что могло сломаться у советской мясорубки, это стол, к которому она была привинчена. Советские куры были самые стройные в мире, а советские люди самые порядочные. Потому что даже последний алкаш возвращал граненый стакан в автомат для газировки. Тогда в Советском Союзе работали токари, слесари, плотники, архитекторы, поэты, писатели. Все работали. У меня такое ощущение, что сейчас работают охранники, визажисты и тренеры в спортзалах. Я вспоминаю, что моя первая пионервожатая была настолько хороша, что уступала нынешней Ане Семенович только в одном – фигурном катании. А как много интересного мы узнавали в школе. Например, на уроках истории нам рассказывали о том, что при проклятом царизме некоторые мироеды, капиталисты, ну вы не можете себе даже представить, что они делали, они по всей Европе скупали дворцы. А еще я помню, что в те времена Никита Сергеевич Хрущев хотел показать всему миру Кузькину мать. Но для начала показал ее нам, чтобы мы знали, что ждет весь мировой капитализм. А еще помню, в моде были такие анекдоты про армянское радио. Вот один из них. Армянское радио спросили, можно ли построить социализм в одной отдельно взятой стране. Армянское радио ответило, можно, но жить тогда придется в совсем другой стране. Ну, сбылось предсказание армянского радио. Мы сейчас живем в совсем другой стране. Вы знаете, я, конечно, человек из прошлого, и по старинке я люблю котлеты, жареную картошку, ну и, естественно, компот. Нет, конечно, я могу пойти в ресторан и заказать что-нибудь поинтересней, но когда официант говорит мне, у нас есть все от фрикасе до консоме с профитролями, что вы предпочитаете? Мне хочется ответить ему, что я предпочитаю не видеть его в ближайшие 2 часа. Но он же не виноват, когда говорит мне, что вы будете пить, водку или вино? Я говорю, вино. Он говорит, красное или белое? Я говорю, красное. Он говорит, сладкое, полусладкое, сухое или полусухое? Я говорю, сухое. Он говорит, скажите, итальянское, чилийское, французское или испанское? Я говорю, слушай, лучше давай водку. Вы знаете, я по старинке люблю, чтобы мужчины были в хорошо отглаженном костюме. И чтобы брюки были со стрелками. И чтобы из-под пиджака видна была свежая сорочка, а не мятая футболка с надписью «I love бабки». Я думал, что хотя бы в театр сейчас ходят прилично одетыми. Какой там? В джинсах с бахромой и в прорехи по всем джинсам. И так, чтобы в эти прорехи было видно, какие трусарди у тебя есть, которых нет больше ни у кого. И обязательно, чтобы из этих джинсов была видна, как бы это получше сказать, верхняя часть нижней части спины. И чтобы ботинки были нечищены, потому что их вообще нет никаких ботинок. Все в кроссовках пришли на балет «Спартак», думали, что этот «Спартак» будет играть с «Динамо». Я однажды, знаете, когда прикололся, пошутил. Ну, сказал одной девушке, у вас, говорю, брюки порвались. Так нарвался. Она как ротик открыла, как понесла меня по кочкам. Ты, говорит, чучело гороховое, из какой дыры нарисовался. У меня джинсы от Версачи, у меня дырки от Гуччи, у меня кольцо в пупке от Сваровски. Нет, я, конечно, пробовал идти в ногу со временем. Купил как-то косуху всю в заклепках. Джинсы купил, надел. Такие, знаете, с мотнёй до колен. Ну, естественно, с дырками. Булыжник повесил на шею из янтаря. Ботинки надел американские времен Вьетнамской войны. Вышел на улицу, хоть бы кто внимание обратил. Встретил знакомого, он мне говорит, ты что, только из психушки вышел?
Вы знаете, конечно, я настоящий совок, что там говорить. Потому что, допустим, я до сих пор считаю красавицами Аллу Ларионову, Татьяну Самойлову, Элину Быстрицкую. Да и теперешних полно красавиц. Я люблю такие добрые, улыбчивые лица. По мне хороши и Екатерина Гусева, и Ольга Кабо. Да вообще у нас этих красавиц столько. Пруд пруди. Это же наша валюта, которую мы почему-то отдаем по такому низкому курсу. А меня все время хотят убедить, что красота – это наполовину выстриженные головы. Это какие-нибудь лохмы, торчащие в разные стороны, фиолетовые. И, допустим, пирсинг там в носу, в губах, в кубке и типун на языке. И знаете, еще меня хотят убедить, что вот образцы красоты – это вот те самые скелеты, которые со злобным выражением лица маршируют по подиуму с губами, накачанными, как автомобильные камеры. И обязательно, чтобы были тонкие, кривые ноги мастяне. Народ от всего этого мутит, но сказать, что король голый, никто не решается, потому что лохом назовут, валенком деревенским. А ведь это всего-навсего. Мировые кутюрье пытаются убедить нас в том, что не мужское это дело жить с женщинами. Что могу еще сказать? Знаете, вот в той стране, в той, в которой мы жили, которая называлась СССР, мы, конечно, плохо одевались. Хорошие шмотки только из рубежа, а наша промышленность выпускала такую одежду, в которой хорошо смотрелись только огородные пугало. Зато теперь полная свобода выбора. Носи, что хочешь. Ну и носит. Включаю телевизор. 8 утра на экране резник, который Илья сидит в белом смокинге и белом жабо. Молодец. Красавец. Певички некоторые в чем спали, в том и на сцену выскочили в ночнушках. Красавец наш. Король эстрады Филипп Киркоров носит такие одежды, что африканские аборигены-людоеды просто кусают себя от зависти локти и ждут, не дождутся, когда он туда, в Африку, приедет на гастроли. А наш Лапочка, законодатель моды Васильев, он надевает такие немыслимые наряды, что он совершенно спокойно мог бы выбегать на арену цирка с криком «А вот и я, мои сладкие!» Телевидение наше в некоторых своих ток-шоу совершенно забыло о том, что должно нести в массы разумное, доброе, вечное, и несет туда грязное белье и ахинею. Молодые, юные, полночные ковбои за бабки женятся на бабках. Недавно в Дагестане обнаружена богатая вдова 108 лет. Прохора Шаляпина просит не беспокоиться. Престарелые знаменитости женятся на молодых ногах, потом не знают, как свои старые ноги унести. Через пару лет и те, и другие разводятся. И потом еще долго на глазах у всей страны по телевидению делят имущество и поливают друг друга грязью так, что летит из телевизора, не успеваешь обои менять. А потом встает ведущий говорит: берегите себя и своих близких. Достойная концовка всех этих ток-шоу. У меня такое ощущение, что я живу в какой-то другой стране. Раньше все понимал. Сейчас понимаю с трудом, вы знаете. Ну, например, все вывески в городе, на магазинах, на кафе, на ресторанах, все на иностранных языках. Чего только не пишут. Двери хаус, шашлык хаус, люля-кебаб хаус. Раньше у нас был директор, теперь креативный директор. Раньше был мастер, теперь супервайзер. Раньше была уборщица, теперь менеджер по клинингу. Некоторые газеты я читаю со словарем иностранных слов, потому что журналисты друг с другом соревнуются, кто их больше этих слов знает. Так и пишут. Нынче деструктивный дискурс в мейнстриме. Что хотел сказать? Оказывается, что все хреново. Теперь журналист, если в статье у него не было слов «оксюморон», «экзистенциальный» или «дискурс», ну, это, считай, отстал от мейнстрима вместе со своим дискурсом по самый «оксюморон».
Ну ладно, Бог с ним. Что там об этом говорить? Знаете, только наш уличный мат возвращает нас на родину. Никакие законы о запрете мата не действуют. Вы знаете, мы все можем перенести. И девальвацию, там, и, я не знаю, плохую погоду, и даже, значит, эпидемию. Но если мат запретят, вместе с ним и выйдем на улицы. Ведь мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем. Тут какое-то время назад в столовой Госдумы автор закона о запрете мата случайно пролил на себя горячий борщ. Таких точных поправок к закону Дума никогда раньше не слышала. Ну, хочется поговорить о музыке. Вы знаете, я действительно совок, и вкус у меня такой совковый, потому что до сих пор мне кажется, что это были замечательные певцы Лемешев и Козловский, и недавние Магомаев и Хворостовский, и теперешние Герзмава и Нетребко, да и эстрадных певцов достаточно хороших, ну, допустим, там, не знаю, Глеб Матвейчук или Евгений Дятлов поют нормальными, хорошими голосами, хорошие песни. Нет, дайте нам такую музыку, чтобы грохало ритмом по башке, и чтобы обязательно рэп был безо всякой мелодии, и чтобы поливали друг друга под общий хайп. Вот и вылезают на сцену певцы, кто орет, кто визжит, кто над залом ворожит, и этот стон у них песней зовется. Вот говорят, что если доить корову под музыку Сергея Шнурова, то корова будет давать забродившую текилу. А когда появилась песня «Мало половин», то в Московской консерватории со стены упала мемориальная доска с фамилиями лучших выпускников консерватории. А знаете, чем хорош был Советский Союз? Тем, что в нем вообще не было Ольги Бузовой. Ничего против нее не имею, но как явление она, конечно, поражает. А вообще, надо вам сказать, что с этими современными песнями надо быть поосторожнее. Потому что, вот знаете, был случай, как один военный ансамбль приехал в Голландию на гастроли. После концерта в пивном баре расслабились, как грянули хором «Америка, Европа, у меня самые красивые». Ну, вы знаете, дальше что? Потом 2 дня у них отбоя от мужиков не было. Таких успешных гастролей у этого ансамбля больше никогда в жизни не случалось. Ну, вообще-то надо сказать, что песня очень важна для нашей жизни. Песни, они даже моду меняют. Вы заметьте, что сейчас вот женщины бальзаковского возраста сменились женщинами Стаса Михайловского возраста. Если раньше самой красивой парой на эстраде была пара Магомаев-Синявская, то теперь один музыковед сказал, что самая красивая пара на нашей эстраде – это Басков-Киркоров. Песня, она ведь не только заставляет грустить, не только заставляет радоваться, она ведь иной раз вела на бой. На какой бой может повести песня «Муси-Пуси»? Только на бой с авторами этой песни. Да, конечно, Советский Союз был страной дефицита. Хорошие вещи можно было достать только по знакомству. Не купить, а достать через друзей, через знакомых. Если у тебя в то время на дне рождения была пара врачей, директор бассейна, зав секции гастронома и автомеханик, считай, что жизнь удалась. Теперь, конечно, никакого дефицита нет. Не надо ни перед кем унижаться, не надо стоять в очередях. Покупай, чего хочешь, были бы деньги. Но я вам, конечно, скажу, что ни за какие деньги я бы не хотел возвращаться в Советский Союз, хотя вынужден признать, что учили нас тогда лучше и лечили лучше, и песни были мелодичные, и женщины были моложе. И мы были добрее. И не все тогда жили по принципу «что ты мне можешь дать?». Вообще в Советском Союзе осуждался принцип «ты мне, я тебе». Кстати, не самый плохой принцип был. Сейчас-то куда хуже. Твое – мое, мое – не твое. Да, мы не выбирали время для жизни. Какое досталось, в таком и живем. Что же нам остается? А не так уж и мало. Любить своих близких, помогать всем, кому можно помочь. Хорошо делать свое дело и верить, что сойдет эта вся пена, отменят ЕГЭ, уйдет куда-нибудь этот блатной жаргон, песни станут мелодичнее, и мы снова станем друг другу товарищами, и страна наша будет жить со всеми в мире и согласии.
И исчезнет навсегда коронавирус, а водка останется.